На месте ветхих строений в короткие сроки вырастают новые дома, культурные центры столицы. Массовое жилищное строительство началось с создания базы крупнопанельного домостроения. Четверть века назад на месте сегодняшних мощных корпусов АДК стоял небольшой завод железобетонных изделий. Сегодня Алма-Атинский ордена Трудового Красного Знамени домостроительный комбинат – крупнейший из 8 строительно-монтажных подразделений глав Алма-Ата-строя. За 20 лет мощность АДК возросла почти в 5 раз. Ежегодно комбинат вводит до 320 тысяч квадратных метров жилья. Огромные масштабы строительства требуют увеличения производственных мощностей. В поселке Энергетический создается комбинат по строительству объектов социально-культурного назначения. Так же, как и АДК, новое предприятие само будет изготовлять сборные железобетонные конструкции и самостоятельно возводить здания, в том числе школы и детские сады. Увеличению производительности способствует повсеместное внедрение бригадного хозяйственного расчета по методу героев социалистического труда Злобина в жилищном строительстве, Серикова в промышленном строительстве. В системе глав Алма-Ата-строя работают 220 таких возрасчетных бригад. Среди лучших бригада Жумабая Салденова. Сегодня на вооружении строителей мощная техника. Опыт, помноженный на мастерство, научно обоснованная практика. Сейчас мы станем свидетелями уникального эксперимента. С помощью специального устройства будет имитирована сейсмическая нагрузка силой свыше 8 баллов. Вот оно, искусственное землетрясение. Экспериментальный дом из монолитного керамзита-бетона успешно выдержал экзамен на прочность. Опыт сейсмостойкого строительства в Алма-Ате, рожденный содружеством ученых, архитекторов, строителей, успешно применяется не только в нашей стране, но и за рубежом. С учетом того, что строительство ведется в зоне высокой сейсмичности, в основании будущего дома закладываются свайные фундаменты в местах, где зыбкий грунт. За 20 минут трехтонный молот забивает 16-метровую железобетонную сваю до нужной отметки. Эти работы впервые в стране ведет коллектив Треста Алма-Ата «Строймеханизация». А вот еще один пример новаторства алма-атинских строителей. В Тресте Алма-Ата «Промстрой» разработали новую технологию изготовления виброкирпичных перегородок с теплоизоляционным слоем. При изготовлении внутренних стен используется битый кирпич, исключается необходимость транспортирования по этажам материалов, применяемых для устройства утеплителя и лесов, повышается качество теплоизоляционного слоя, увеличивается выработка за смену в 2 раза. С новой технологией изготовления и монтажа виброкирпичных перегородок знакомятся строители из разных концов нашей страны. За успехи, достигнутые в 10-й пятилетке, большая группа передовиков глав Алма-Ата-строя награждена орденами и медалями СССР. Ордена Октябрьской революции удостоен
Ураз Шайкиевич Мукашев. Его бригада одна из лучших в городе. Строитель. Профессия мирная, вечная, благодарная. Каждое построенное здание – это памятник их вдохновенному труду. Каждый дом хранит тепло рук строителей. Совершенствуется многосложный строительный конвейер. Готовые изделия поступают с деревообрабатывающего комбината на строительные площадки города. От качества этой работы во многом зависит комфорт в квартирах алма-атинцев. Радость новосела – еще одна дорогая награда строителям. Только за минувшую пятилетку каждый седьмой алма-атинец стал новоселом. Застройка новых микрорайонов ведется комплексно. Рядом с жилыми домами возводятся ясли, сады, школы, магазины, кинотеатры. Постоянное внимание и заботу о развитии капитального строительства в Алма-Ате проявляют Центральный комитет Коммунистической партии Казахстана и правительство республики, лично член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Кунаев. Труд алма-атинских строителей получил высокую оценку в книге Леонида Ильича Брежнева «Целина» и в его докладе на 26-м съезде КПСС. Новостройки Алма-Аты названы гордостью нашей страны. Эту славу создают они, люди самой мирной и героической профессии. Прекрасен сегодняшний облик Алма-Аты, но еще более захватывающие перспективы у города, устремленного в будущее.